Избиение саратовского журналиста будут расследовать в рамках уголовного дела. Речь идет о Валентине Герасимове, начинавшем свой профессиональный путь на нашем канале. Последние полгода Валентин занят на проекте Елены Летучей. В качестве видеооператора он объездил многие города России. А в одной из последних поездок в Салехард оператора Валентина Герасимова и съемочную группу программы «Ревизора» избили. Сотрудникам местного кафе не понравилась критика Елены Летучей по поводу санитарного состояния заведения, и они попытались отобрать отснятые видеоматериалы. А когда это не удалось, разбили камеру и набросились на журналистов с кулаками. Позже владелица кафе Эльвира Арнт объяснила действия своих сотрудников тем, что журналисты хотели попасть на кухню во время приготовления поминального обеда и чуть не сорвали выполнение заказа. Сейчас оператор Валентин Герасимов с черепно-мозговой травмой находится в Боткинской больнице в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о воспрепятствовании законной деятельности журналистов, соединенное с насилием.